Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это значит, что вы на канале Лёша Играет, а смотрите продолжение партии захеттов в сетевом Old World. Подробности и начало всего этого прохождения в первой серии, ссылка на него, точнее на весь плейлист в описании и в прикрепленном комментарии, так что если вы случайно попали на это видео, переходите к первой серии, всегда лучше смотреть с самого начала. Также напомню, что спонсоры канала все серии видят сразу, большое спасибо вам за поддержку. И всем вам приятного продолжения просмотра. О, я ослабил в Алисе оборону. Минус 10. Успех. Ну чё, мои он шпионы. Он просто вывел, не? Или нет, это у меня было, ну... Ага. Я специально отправил шпиона этим заниматься. И успел, это, потому что там шанс был 50%. Сейчас еще раз это сделаю. Но оно длится 3 хода, понимаешь? Я буду в город стрелять. Ты хочешь себе, да, город перца? Да какая раньше? Окружение. Тут нельзя что-то пограбить, похилиться, как в ЦИО? Нет. Нет. Только если у тебя лидер, этот, герой. Пограбить ты можешь, но это тебя не отхилит. Там это ресы даст просто. Нет, ты должен быть лидер героем, архетип. Тогда пограбление хилит. Так, 9 старших спецов. Тут сначала вот это добудем апельсинку, да? Гражданин, один ход. Или все-таки последователя иудаизма сначала сделать? Far Elephant, боевой слон, это крутой юнит, сколько он там? А, вот вижу, что есть. Ну, такой специфический ветер. Не надо. Мне так приказов не хватает. Думал, может, что-то крутое там. Ну, слушайте, ну, Египет и Персия, два таких похожих в какой-то степени нации, что у тех, конные лучники не так нужны. Есть 7 всадников, есть святилище на плюс 1 уровень. Есть 7 священников. Можешь еще раз тебе эту рехетту показать?
Так, а давайте здесь тоже иудаизма последователя. Да, она накрыта. Так, закон одинаковый для всех, блин, патриарх христианства осквернил меня с синагогу. Так, крепость Цитадель. Ладно, построим тут библиотеку. Скоро выполняю две амбиции, и у меня уже 8 будет. Так, а у грека забрали один город таки, да? Да. Ну аж, ну вот, обман везде. Ну что, перс, может ты все-таки Египту отдашь его? Да, я уйду вон к сходам. Я этим ходом не могу просто. Ой-ой, там что-то много юнитов зашло. Охуня прикольная. Блин, столько юнитов потерял и все равно пишет аналогично. Ну я, конечно, построил, но, блин... Сложно. Ты что-то он там спамит, прямо капец, концами. А где у него юнит это? Севернее. Я на три города. Ну, конечно, он все строит юнит, как и я, например, строю везде юниты. А вы там я тоже везде юниты строю? Не, я тоже строю. Вот кто не строит, это Вавилон. Он думает, что он вот этим всем, что у него есть... Ты же себе даже салону не возьмешь так. Я строю в двух городах, потому что, ну, у меня вот в двух городах уникальные юниты там строятся по 5 ходов, а в других городах по 12. Смысл 12 ходов строить, ну... Строить там не уникальные юниты, строить те, которые быстрее строятся. Ну, типа, да, там топоры 2 хода, булавы какие-то. Просто у меня вот стольные 33 муштры там вообще очень быстро строятся. Еще варвары Рим осаждают. Приказов вообще не хватает. Хитрая игра, не дает воевать. Не, в этом плане это, конечно, круто сделано. Это, знаешь, началась война, все уже не до развития, там да, останавливается, да, да. Все. Это реально как, у меня 10, как есть. У меня 10 рабов АФК стоит. Так качки ж не по юнитам считаются.
Так ты возьмешь себе юнит, ну очки, что-то вернешь назад города. Как я верну назад города, если у меня три игрока сразу? Ну так Лёша уже все как бы плыл. Не-не, я сейчас... Он мне просто расхреначил еще флот, через который у меня переправа была. Я сейчас Рим возьму и через Рим попру. Вы не думаете. Я решил не ждать, когда нам свершится взятие. Так, гильдии или знать? Наверное, гильдии все-таки. У меня пока не накапливаются никак приказы. Не спеши с перстом, 10 юнитов. Ну, Леон, ну иди, потом закончишь на Грецию. Ну, городок-то. Если накинулись на бедных грек. Не, просто я имею в виду, не вот это вот. Иди очки. Что-то не понимаю. У меня камни до хрена. По какой-то причине. Ребят, так получается, если грек не отобьет никакой город, не захватит, то он уже не выиграет пачка. Ну как не выиграет? У него города... У него 8 развивающихся. 3 раза. Нет, у него 4 развивающихся. Один развитый, то есть получается плюс 8 и плюс 1. Военный. Так, а ты не в курсе, что легендарные тоже получают уровень и тоже еще за это очки получают? Все города получают... Возможно поднять легендарный? А? Здесь второй левел легендарный есть хоть у кого? Да. А, нет, ни у кого нету, но оно так делается, то есть становится вторым уровнем. Спасибо. Оливьешка. Не, ну это не смешно, там 5000. Не думаю. 63, что ли? Не. Это нереально. 5000 от чего? 5000 с легендарного уровня 1 поднять до легендарного уровня 2. А у тебя что, игра на белорусском? Нет, она была на ангельской. Я сегодня поставил специально на российском, у меня не съехала крыша, или я буду на трех мовах, типа, одной гулять, другой глядеть, третий размовлять. Тому я це... просто прикладаю. Ну, я, типа, у бытия размовляю белорусской давно, тому я уже не до конца памятаю ее к российской. Ну, типа, я ныне в пассиве, а не в активе. Как навык. Сложно. Зразумело. Блин, на угольне, конечно, все забалансировано, окромя городов, якія войсковые, ну типа семья, там плюс 50 до обороны. Если тебе такой ставят в лоб, то это, ну, похороны. Ты не можешь все их ставить. Царица Лаодика не готовая отреклась. Риму было просто пофиг. У него негодование в городах 9 уровня. 9 уровня негодование. Сейчас уже, да. Сёма был, когда ты вышел. Сёма был. Кстати, вот по этому поводу есть... Ну, когда ты захватываешь город, ладно, сбрасывается уровень культуры. Это я еще могу понять... Типа, чтобы не победить быстро, да? То есть ты можешь захватить легендарный, он будет первого уровня культуры станет. Но то, что сбрасывается и уровень недовольства, это вообще странно. То есть там было недовольно, ты их захватил, такие, о, класс, зашибись. Ну, тебя ты вырезал всех и завез снова. Ага. Примерно так это и работает, да. Самое идиотское, смотри, у меня прям город... Ладно,
Салона, она хреновый город, но... Но зато в лоб, да? Зато в лоб. Ну слушай, я его не видел, когда ставил. Главное, я не видел горного прохода. Там границы были, у меня же город на такой, на где видеть Вавилон и умереть. Ну, слушай, короче, мне надо было пытаться тебя на мечник, ну, слушай, на воинах собирать. Нет, так я бы тебя на воинах забрал, а ты я затупил, ну что. В смысле, а как бы ты меня забрал? Рим, у меня город. Или у меня были топорщики, ты навод еще не... О, это булава? Ты навод еще не ведал, что такое топорщики. Ну так вперед к победе! Что ж вы все так, если бы так и были. Гульня хитрая, не дает сноуболить вообще ни по какому напрямку, реально. Не заразумело, вот и тут нема тактики за сноуболить. Нет, я просто не... мало наиграно, очень маленькая комьюнити. Там, наиграли как в Циву. Ну да. По несколько тысяч человек, по 10 тысяч часов. Да-да-да. Да, мета хорошая выходит, а так непонятно. На самом деле тут есть тактика, сноуболить надо тупо в юниты и в приказы. И ты снесешь ближайшего соседа. Ну, проблема. Тут есть проблемка с лагами. Что? Ресурсов же не хватает. На что? Хватает лаги. На что именно не хватает? На стержание юнитов. Да забей, нету содержания, и что? Ты захватываешь города и получаешь эти ресурсы. То, что они там обработали, тебе построили каменоломни и лесопилки, вот тебе ресурсы. Тут самое главное строить армию. Всегда. А так как у тебя написано, вот там, например, слабее чувак, да? Или вот как я с Римом, я просто вижу, он не может, я вижу, что у него армия аналогично написана. Но он просто не в состоянии ее привести, пока я забираю города. Как минимум два города просто забирается. А почему я слоником убил, а оно не это? Слоник так не делает? Нет. Ну, кроме этого, карфагенский. Вот карфагенский слон он так делает. Люб, моя катапульта. Типа спамить уникальный юнит — это дрянная стратегия. Ну, типа, по культу цитадель не набудуешь, не вот эти вот все, оно же... Не дрянное, чому? Я нарабил кучу мечников, ти топорщиков, по культы будуешь цитадель. Я пришел и забрал твой город с цитаделью. Будуешь цитадель не городом. Ну и городом что? Городом ты можешь далее строгать. Покуль будуется цитадель. Ну так ты ж говоришь про то, что не будовать юниты, покуль ты не побудуешь цитадель. Ты ж так, твоя теза была такая. Соцкапитал в городе, а потом все остальное, нет? Ну, покуль ты робишь соцкапитал, да ты... Ну, по-перше, тут треба... як гэта? Рабіць спецыялізацыю для твоих городов. Твои военные города строить только юниты. Твои города для развития, там, я не ведаю, на науку, ти на соцкапитал. Кого-то, какое-то задание, кого-то убить начали. Ой, я вообще-то вот этим верблюдом хотел походить, ладно. Еще мне тут очень нравится, что и стреляющие юниты захватывают города. Это очень грамотно, кстати, сделано.
А. Подожди, а где третья деревня? Раз, два. А, вот тут, блин. Ладно, давайте тогда тут амфитеатр. Надо кричать. У Хета 6 амбиций, у Хета 6 амбиций. Я тебе больше скажу, сейчас у меня 8 будет. У Хета 8 амбиций, мочите. Так-то. Я не знаю, что вы амбиции не делаете. Хеты грамотно поступают. Хеты вовремя начали кричать, атакуйте грека, потому что грек выигрывает по очкам, а сами амбиции потихонечку... Подожди, разве не пришла к тебе... Конечно. Я первый пришел к тебе с армией. Это была моя прокачанная армия, ты... Ну, ты видел, нет, какие юниты? Ну. Что, ну? Ну, так все правильно. Я ж не говорю, что это неправильно. Ну, так смотри, я слил армию, я же тебе ничего не сделал, кроме того, что твою армию убил. И в итоге, ты... если бы я слил армию, и они бы на тебя не напали, ничего бы и не произошло. Потому что я тебе ничего не смог сделать. Так ведь? Почему? Ты ослабил армию, пока шла осада города. Захватила я два города. Ну, пока я с тобой воевал, вот так идея же была в том, чтобы они вступили в войну. Ну так ты все правильно сделал, да, для того, чтобы потом можно было тихонько по амбициям выиграть. Так я же тебя не смогу все равно целиком снести. Нет, это странно. Подожди. То, что они параллельно еще не делают победу по амбициям, это их проблема. Но если бы мы на тебя не напали, то ты бы просто победил и все. Ну, то есть дело в том, что они не побеждают амбициями или там не делают амбиции, и хрен знает почему. Вот просто ты это я так говоришь, как будто не надо было на тебя нападать. Тут прикол в том, что вы с греком два главных конкурента за победу, если подумать. Я могу свою мотивацию объяснить. Сейчас Просто выполнить 10 амбиций, там последние амбиции, которые будут на легендарные там чудеса или на легендарные города, намного сложнее, чем набрать 45 очков, по-моему. Ну, в зависимости от того, чтобы набрать сколько-то очков, тебе нужны города. Стоп, нет городов, нет очков. Так, пускай судьей будет. Уже чудес нету, чтобы строителем быть. Снарядите экспедицию, чтобы лучше их изучить. Захватить 5 иностранных городов. Хм. А, давайте технологии. Попробую лучше. А, я бесплатного придворного министра открыл. Мы пошли в каллиграфию. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же,
подпишись, можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Слушай, Илон, а можешь один идти показать? В смысле, какие-то вкладку своей единой открыть. Рубаш, я тебя вельми драно чую. Ну, где вот это вот, левее религии сильно. Просто война из амбиций завершающих, это захват четырех городов вообще. Посмотрим, сколько они расположены близко. Какие-то вы опытные ребята в игре. Не, ну я просто последнюю свою игру в Батаге так выиграл через эту амбицию. Смотри, грех, у тебя есть возможность отомстить. Правда? Да, да. Собирай манатки и вперед на хеттов. Вместе с персом. А каким образом? Он как-то пришел к тебе. Каждый год плакать, пока они не согласятся. Да, ради бога, господи. А ну все. Каждый, я это уже понял, каждый для себя. Ну, мы же так как-то. Не-не-не-не, перс. Там сейчас хет выиграет игру. Поехали втроем, все вместе. Давайте, надо стоп от лидера. Перс. Ну. Смотри, у него 33. Что? Думаешь, 33? Он нет? Я не знаю. Но мы сейчас. Стой, Грек, стой. Да не бей юнита. Дай подумать. Ну погнали, чё. Айда, на хета, втроём, Грек, мир. И на хета, вперед. Будем мстить. Я за что? Ты-то за что мстить будешь? Я ГГшка, я вообще не участвую. Не, ГГшка это этот, вон, хет он, вон, хатуса. Все, отхил, ребят, отхил на все эти и врываемся. А дорога есть? Ну себе ГГшка на 9 городов. Дорога там есть, ну такая, где мог там построить. Я не вижу вообще дороги. Вот она ниже и Алиса, там речка и дорога. Сейчас меня пилить будут. А, ну просто что, не подсвечено, понял, туман войны. Ты на N нажми. Блин, Вавилон, что ты до сих пор эту салону не взял? Он старается. Погнали, ребята, кавалерия вперед выехала.
А я могу у вас на территории хилить? Не знаю. Наверное, надо этот, типа, союз. Не знаю. Я для грешника. Ну, по идее, если... Да, хилиться можно. Все. Ты не можешь один гейт вот бегать проверить по-быстрому. Еще не можешь. Блин, что ты тут вообще ничего не построил? Никаких защитных штук. А брать технологии не по раздаче, это вариант или вообще нет? Что значит не по раздаче? Но можно просто кликнуть по технологии в древе. А, ну, это, тебе будет... Тебе это не технологию возьмешь, тебе будет просто путь показывать. Типа вот... У тебя выпали технологии, ты вот кликнул по этой, типа вот... Понимаешь? Это напоминалка, памятка. Да, памятка. А, ну ничего нет. Он только что не кликнул, ладно. Ну, ничего бы не изменилось, добрый. Интерфейс мне очень нравится, хороший. Одобряешь, да? Ага, да. Ну, все можно почитать. Надо вот это цивилопедия все время как-то библиотека тут не в тему. Чтоб ты через территорию мог пройти, это надо дружбу типа какую-то или как? Мир просто. Мир. Просто пис, ну вот это, да? Окей. Я вам могу кинуть, но это только, видимо, на следующий ход я смогу. В это время Качечка завершает строительство. Чудо. Не, ну вы же знали, что я ее строю. Так, поблагодарим жителей Хатая. Каллиграфию, я думаю. Так, у вас в Византию нету гарнизона.
Так, четвертый казначейство ускорим. А юниты сами могут как-то хилиться? Один раз, если ты их вообще не чипал. Ну да, ну вот их надо куда-то поставить там, в этот? Нет, ты их вообще не рухаешь на своей территории, и один ОЗ вход. Ага, грустно. При обучении всех там, наследников их именно самостоятельное плавание отпускаешь вот это вот. Куча ивентов. У него большой Герс, забыт. Ты вот будешь идти на Малидию, ты около озера делай то, что к чему оно предназначено. Потому что нечистым трубочистам стыд и срам. И лошадям тоже. Да блин, что так рано умирает-то? Ребят, у хетов уже 8 амбиций выполнено. Пора валить хетов. Поздно пить борзоны, когда амбиции выполнены. Нет, это глагол в повелительном наклонении. Так, слушайте, конский доспех и строй каре. Давайте вообще глянем, где это. Конский доспех и строй каре. Вот сюда нам. Thank you.
О, свирепый, я думаю, в тему сейчас будет, когда на нас нападают. Манихейский раскол. Ну чё, когда на меня нападать будут? Мы идем. Да перс вон давно уже пришел, стоит. Ждет подкрепление. Трус. Не-не. Да поставьте 2-3 рема. Снизу. Нападайте за счет не там, где трактор. Я, конечно, не прыгнул тогда, у меня не было вариантов. Улучшить Конфуция. Звучит немножко странно. Так, сюда переброшу. Надо бараки, казармы строить. Вот это вот. Ну, не вижу дороги, это перст. Может, мне самому напасть на перса? Сначала нам надо апнуть теперь в мечников. А мир можно в любой момент разорвать, потому что у меня сейчас. Подожди. Или там надо какие-то действия заранее сделать. По-моему, просто какое-то количество ходов. А, боевой кодекс я открыл. А, то есть заключаешь там на 10 ходов, допустим, то можешь вырвать в любой момент. Так, паломничество. Или это за священная война. Давайте священная война. О, нация Рим уничтожена. Лично Вавилон, идешь на попил? А у меня там и вовле проблема. Кто ведает, как Национальный Союз працует? Да я не упомню, что треба Лешу пилить, почекайте. Я... А что вы будете с персом робить? Ну, коли вы захотите на вас что-то с ними зробить. Хотим, чтобы перс воевал с Лешей. Должны ему оказать военную поддержку. У него от этого не перестают расти города. 6 городов развитые. И... Ну как там было сказано? Если мы не остановим Лешу, он же выиграет. Тобой? Да, как там было мной сказано? Нет, не мной, Лёша. Мной? Как там, бейте лидера, классик. Ну, посчитайте, у кого есть вообще возможность вырастить города до таких.
тут же не про очки речь. Очкам никто, почти ни у кого сейчас в ближайшее время ну, не да. А по амбициям, да. Вот и две амбиции можно быстро выполнить. Грека, ну... ты с нами поедешь или как? Он вроде да едет. Меня уже там, меня уже а крошат. Меня да, уже и Грек уже тут. Уже. А, все, бежим тогда. Как раз пришла амбиция заключить мир со всеми нациями. Чё-то вряд ли... Вряд ли получится, да? Может, что не получится. Не, ну может там сейчас тебя застопят и пойдут снова еще кого-нибудь. Может быть, под это дело мир как-то не заключит. Слушайте, это получается, после того, как Рим был уничтожен, все юниты стали варварами, что ли? Да. В этой игре, когда уничтожается цивилизация, ее все оставшиеся ее юниты становятся варварами. А, блин. И, короче, когда вы убили Рим, у меня амбиции пропали, которые мне Рим давал. Круто. Война с вандалами? В смысле, вандалы где-то живы, что ли? Не знаю. Мне пришла эта война с вандалами. Где они вообще могут быть? Я не загораю, вы там даже руинки не подняли. Там, да. Конечно, персом и качечкой просто можно три города вставить. Так за горы не пройти, это же надо сначала плавание выучить. Да, плавание выучить? Если выучить, выучиваешь корабль, ставишь на якорь, плывешь. Окей, ладно, тут есть проход, лол. Ой. Ё-моё, Кар... Что? Карпатос Айлендс? Там проход? Ну, прям... Там где пустыня, там где пустыня. Да. Так, слушайте, там же место под город, я правильно разумею, стоит? И руинка. Пора врываться. Там руинка стоит. А чему там ресурсы? Ресурсы без города же не спавнятся, так, не? Ну, не плюс вандалы уже где-то должны находиться. А где вандалы, там место для города. Забыл лучника, перс. Или он тут так, в гостях? Ща. Я еще не ходил. А че, город нельзя никому отдать? Или как его? Семье какой-то надо отдать? Или он просто так будет? Когда захватывается, надо... тебе выбор дается. Какой семье, событие? Какую семье отдать? А, понял. Да, что-то вообще не успел походить.
На этом пока все. Продолжение смотрите завтра, а спонсоры канала могут его смотреть прямо сейчас в плейлисте. Ссылка на него в описании в прикрепленном комментарии. Спасибо за поддержку. Всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.